Происшествие случилось рано утром, примерно в 5:30 на участке Тамерлановского шоссе, ведущего к аэропорту недалеко от гостиницы «Отрар». Дорога в то время была пустынной, автомашины ехали, не особо придерживаясь скоростного режима. Женщина переходила дорогу, когда на нее на большой скорости налетела легковая автомашина. Водитель, по словам очевидцев, даже не попытавшись помочь пострадавшей, с места происшествия скрылся. Водители двигавшихся сзади автомашин вызвали скорую помощь. Врачи на место происшествия приехали уже через несколько минут, но травмы оказались очень тяжелыми. В больницу женщину уже привезли без признаков жизни. 9 августа около 6 утра приемное отделение доставили на скорой медицинской помощи пострадавшие азиатской национальности в возрасте 35-40 лет после ДТП. При осмотре у больной имеется тяжелая сочетанная травма, политравма, закрытие черепно-мозговая травма, значит, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом обеих сторон ребер, множественный перелом ребер. Автомашина, по словам очевидцев, двинулась к выезду из города в направлении Туркестана. Сразу после ДТП был объявлен план перехвата, и весь личный состав дорожно-патрульной полиции Шымкента и области был ориентирован на розыск скрывшейся автомашины. Как сообщает пресс-служба департамента внутренних дел, под подозрением оказалась автомашина российского производства. На месте происшествия дознавателями и департаментом внутренних дел Южно-Костанской области изъяты детали, предположительно от автомашины ВАЗ-21014. Полицейскими проводятся все необходимые оперативные мероприятия по установлению личности погибшей и обстоятельств совершения ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, и 347. Оставление места дорожно-транспортного происшествия. Сейчас полицейские устанавливают марку автомашины и личность скрывшегося водителя. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование. Данияр Худайбергенов, Айтория Толинды, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».